Видео подготовлено для канала «Уроки ТВ». Алгебр, 8 класс. Автор Макарычев. Задание 91. Выполните вычитание дробей. Итак, у нас вот такое выражение. Нам нужно выполнить вычитание дробей. Дроби имеют разные знаменатели. Нам нужно привести к общему знаменателю. Но первый знаменатель, он достаточно громоздкий. Давайте мы его попытаемся разложить на множители. Для этого мы, я числитель просто перепишу без изменений. А в знаменателе я вот сгруппирую следующим образом. Я вот возьму АБ и 8А. Вот, значит, вынесу за скобку общий множитель. Это А. Так, останется Б. Ну и плюс 8, потому что перед 8А у нас плюс, Б плюс 8. А теперь я сгруппирую второй и четвертые слагаемые. Так, и вынесу за скобку минус 5, ну и все. Тогда останется Б и плюс от минус 40 останется плюс 8. 40 на 5 разделить, это будет 8. Вот у нас уже образовался общий множитель. Тогда я так переписываю пока вторую дробь без изменения. А вот теперь у первой дроби тоже перепишу числитель без изменения, а знаменатель. Я этот общий множитель B плюс 8 вынесу за скобку. Так, тогда у нас останется от первого слагаемого А, а от второго минус 5. И вот уже у нас получились множители. Более того, вот этот множитель B плюс 8, он присутствует и в знаменателе второй дроби, а значит, теперь нам легко определить общий знаменатель. Он будет состоять из двух множителей. Обязательно множитель B плюс 8, он и там, и там. Ну и множитель A минус 5, он в первом знаменателе присутствует. Теперь дополнительные множители. У первой дроби нет его, потому что ее знаменатель и есть общий знаменатель. А у второй, на что нужно домножить b плюс 8, чтобы получилось b плюс 8 на a минус 5? Конечно, на a минус 5. Что получается в числителе? Первый числитель я переписываю без изменения. Дополнительного множителя у нас нет. А второй – это a умножить на a минус 5. A на a квадрат и минус перед дробью минус a квадрат. Дальше – а на минус 5 – это минус 5а, и минус перед дробью – это плюс 5а. Приведем подобные. А квадрат минус а квадрат сократится. 3а плюс 5а – 8а. Знаменатель переписываем b плюс 8 на а минус 5. Ну и все, больше сократить нам нечего. Пункт Б. Здесь у нас тоже, первый знаменатель, мы с ним ничего не можем сделать. 3х минус 2, мы просто переписали первую дробь. А вот у второй дроби числитель перепишем, а знаменатель попробуем сгруппировать. Но если мы будем группировать вот 6хy и 9х, х, конечно, вынесется, но ничего у нас подобного здесь не получится, если мы будем третье и четвертое группировать. Там вынесется только двойка, 2y минус 3 будет, 2y минус 3. Ну, тогда, нет, плюс 3. 2y плюс 3. Давайте все-таки попробуем сгруппировать. Вот первое, второе и третье, четвертое. Если не получится, то тогда сделаем по-другому. Но все-таки попробуем. Итак, из первых двух слагаемых мы можем вынести тройку и можем вынести х. Тогда от первого останется 2y. Так, от второго, значит, 3х мы вынесли, останется просто 3. Так, дальше выносим минус и выносим двойку. Это из третьего и четвертого остается у нас 2y. Так, минус мы уже вынесли, значит, от 6 остается 3 и плюс 3. Ага, отлично, вот получилось. Получилось то, что у нас образовались общие множители. И вот теперь вот этот множитель можем вынести за скобку. Переписываем первую дробь без изменения.
x минус 2 минус, так, 3y, это мы в числителе записали. Так, и теперь вот выносим 2y плюс 3, вынесли, так. Осталось от первого слагаемого 3х, от второго минус 2. И вот теперь у нас уже образовался в знаменателях общий множитель. Он, конечно, войдет в общий знаменатель, но кроме него еще и будет множитель 2у плюс 3. Ну, я надеюсь, вам понятно, почему я говорю 2х плюс 3 – это множитель. Хотя 2у плюс 3 – это же сумма. Правильно, это сумма, но если в скобки эту сумму взять, то все это выражение является множителем. 3х минус 2. Так, какие же дополнительные множители? Для первой дроби, конечно, это будет 2у плюс 3. Именно на это выражение нужно домножить знаменатель 3х минус 2, чтобы получился вот такой общий знаменатель. Теперь выполним умножение. Y умножаем на 2у плюс 3. Получаем 2у в квадрате плюс 3у. Так, ну и второй числитель, просто мы его вычитаем, 3у. Так, здесь у нас сокращается и получается 2у в квадрате в числителе, а в знаменателе 2у плюс 3 на 3х минус 2. Сократить не на что. Ну, на этом все. Задание выполнено. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Оставляйте свои предложения и пожелания в комментариях и смотрите следующие видео на нашем канале.